Мечи воинов, застывшие в воздухе. Танк, из которого вот-вот вылетит снаряд. Корабли, которые никогда не покорят моря. Целый амфитеатр боевых сражений, на которых навсегда застыло время. Нет, это не стоп-кадры исторической хроники, а модели 10-й выставки «Забытые сражения». Она имеет поистине огромный размах. Более 50 городов-участников и свыше 850 экспонатов. Сейчас сложно поверить, что начиналось все с небольших выставок. Начало было положено в 2009 году, когда состоялась первая выставка такого масштаба. Тогда она называлась «История в миниатюре». Позднее название сменилось, но суть осталась прежней. Выставки были и до 2009 года в городе Рязани, но все они были, скажем так, либо авторскими выставками небольшими конкретных моделистов, либо приурочены к какому-то событию, там, День Победы, вот, 23 февраля, то есть такого чисто городского, ну, локального масштаба. Почти все модели, представленные на выставке, можно назвать эксклюзивными. Они могут отличаться по особенностям сборки и методам раскрашивания. Многие воссоздавались вручную по фотографиям и чертежам. В моделях учтены даже самые мелкие детали реальных прототипов. Каждая из них собиралась вручную из разных материалов. На выставке присутствуют и модели современной техники – самолеты, танки и автомобили. На первый взгляд не скажешь, что эти прототипы собраны из бумаги. На десятую выставку их прислали участники из Москвы. Могу сказать, что дети, действительно, приходя, не остаются, влюбляются в это творчество, но каждый находит свое ответвление. Кто-то уходит исключительно в пластик, кто-то через какое-то время начинает любить бумагу, и кто-то уходит в миниатюру и роспись ее, кто-то делает исторические модели, кто-то делает фэнтези. Возраст участников самый разный. Здесь есть и школьники, и пожилые люди, которым удается совмещать работу и хобби. Выставка «Забытые сражения» будет работать до 13 апреля. Посетить ее может любой желающий. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».